Так. Ты же понимаешь, что придется вести мне, да? Шел дождь. Нет, дождь не шел. Мы с напарником выдвигались на новое дело. Я спокоен, как удав. Да, блядь, я не туда ехал. Опять звук пропал, опять пропал. Мужик, ты нормально, да? Заткнись, я сказал. Что за херня вообще происходит? Я не понимаю. Типа, это... Грибы, говорю, надо, орехи найти, какого-нибудь говна, а то, блин, надоело человечину жрать. Надо, да. Надо отдохнуть пойти. Блядь, траванос. Слышу хруст такой в кустах. Отсюда, блядь. Как так? Плохой анекдот. Отвратительный. Осуждаем сразу. Детский дом. Новый год. Под елкой куча подарков. Дети заходят, видят подарки и начинают, короче, бежать к ним, друг друга отталкивают, расхватывают подарки. И только в уголку сидит мальчик без ручек, без ножек и жалобно просит: «Оставьте мне одну коробочку, мне, пожалуйста». Но никто не обращает внимания, все борются, расхватывают коробки. Мальчик говорит: «Пожалуйста, ребята, мне тоже хочется подарок». Никто его не слышит. Тогда он как гусеница психует, спрыгивает вниз, ползет как гусеница, извиваясь. Зубами вцепляется в одну коробку, короче, с рычанием ее, оттаскивает в сторону, зубами же с бешеным трудом раскрывает ее. И как заорет: «Ура, скакалочка!» О, все, ну это бан. Дед? Дед? Дед, поговори со мной. О, боже, он делает это. Так. Тихо. Тифа, Тифа, спускайся, спустись. Тифа, не бойся. Чат не благодарил, ладно? О, Тифа, прости, я тебя Тифа назвал. Ну, типа, ты поняла меня, да? Ну, ты же не Тифа, да? Easy now. Полегче. Слишком беспокоишься. Я не принцесса, которую нужно опекать. Но не принцесса, так не принцесса. Ага. Поймайте меня, если сможете. Я попали? Да нет, просто ударили слегка. Или все-таки прострелили. Ну-ка, дай посмотрю. Вы реально это делаете здесь? Это... Ух ты. Да вы чё, блин? Твоя жопа в порядке. Может, толстовато, но... Здесь небольшая царапинка. Или ожог. О, боже. Да, вот это, конечно, было ранение. Это что, улыбочка? Блэд, это игра просто. Здесь небезопасно. Нам нужно идти. Так, попытайтесь прокрасться по комнате
чтобы Айрис вас не заметила. Будьте аккуратны. Не столкнитесь с чем-нибудь. Айрис это заметит, и тогда будет вот этот Снейк. Снейк! Снейк! А ну давай. What are you doing? Я не могу ее взять. Так, собаку надо поджечь. Ну, в смысле, это как-то не очень звучит. И потом, когда она в замешательстве, со всей силы ударить ее веслом. С этим. Стресс — это яд для тела. Стимуляция руки. Не больше, чем прикосновение. Вот такое. Что это? Что это? Стон удовольствия? Вот так тебе это нравится, да? Как насчет этого? Или может быть этого? Маски? Да, а давай тканевые. Уточним, какого рода? В смысле? А, маски? Защитные? Да, но других я не было. Несколько вариантов про маски. У меня были варианты маска защитная, маска какая-нибудь карнавальная, маска для лица питающая, и в конце я подумала про БДСМ. Аня, в стране, блин, эпидемия, какую, блин, как, про какую маску я могу БДСМ? Говорить? Конечно, про БДСМ. Ну вот, ну, вот, да. Эван! What the fuck? Чат, небольшая этот, вот с этим человеком я живу каждый день, понимаешь? Типа, останем, мы прекрасно друг друга понимаем. Угу. Про БДСМ хором сказали. Я вообще очень милая. Очень милая. Блин, меня вчера так комары загрызли. Кого? Комары? У меня одну нараспашку даже открыто. Самый тупейший. Ну, давайте просто взглянем в лицо этому, ладно? Самый тупейший вариант решение проблемы, которую мы пробовали по умному, всякое там VSync выключить, масштабирование, скейлинг, вот это вот там на ГП, на ЦП и тому подобное. Короче, все попробовали умное, а потом пришел человек и говорит, а если провод вынуть и наоборот поменять его входы, разъемы, этот туда воткнуть, а этот туда наоборот. И оно тогда будет нормально. Мы такие, ты шо, типа, нормально у тебя там все? Он такой, да нормально будет. И, короче, я говорю, да, попробую. Воткнул, работает. Как это работает? Я не понимаю, просто мне страшно. Слышь, ты шо кончил? У тебя здоровья нет. Джилл, побежали. Кершнем. Увидите существо от станции метро. О, мое. Ну чё такая? Давай, иди сюда! Ай, блядь! Всё, пошли. Ебать! Нихуя себе, блядь! Я просто... Вообще изи, блядь! Я... Учитесь, девочки. Девочки, учитесь. Женщин за руль пустили, пиздец. Так мы тут вообще проедем? Да проедем. Нормально все. Гайс, вы где? Да мы рядом. Нормально. Ты что, да? Ты хотел к Тане туда в машину, да? Хочешь сказать, что Таня будет лучше, чем я, да? Понятно. Сидеть! Не высовываться. Так. Чат, ну какой пинос? Я делаю абстрактные фигуры. Пиносы. Вот это вот. Ну, пинос получился, ладно. Я буду засыпать под крики курочек, боже, какого хрена?
the fuck? Какая-то нездоровая херня получилась. Боже.